Недавно я сделала лазерную коррекцию, сегодня пришла на контрольный осмотр. С детства у меня плохое зрение, намучилась и с очками, и с контактными линзами, но все-таки решилась и исправила эту проблему. Хотя решиться было непросто, потому что большая трусиха, боюсь и уколов, по больницам хожу редко. Но операция прошла легко, безболезненно, на позитиве. И даже не верится, что еще несколько дней назад я страдала от плохого зрения. Поэтому всем тем, у кого плохое зрение, рекомендую наконец-таки решиться и исправить эту проблему, тем более, что современные технологии позволяют сделать это быстро и за доступные деньги.